Да, я пытался вернуться в Доту уже бесчисленное количество раз, и всегда это ни к чему не приводило. Мой основной аккаунт, на котором было порядка 8000 ПТС, просто получил рекалибровку за простой, а потом еще одну из-за выхода патча. Таким образом, мой рейтинг стремительно налетел вниз, а опыта так и не прибавлялось из-за отсутствия игр. Но сейчас с выходом нового патча я стал регулярно играть в Доту и даже апать рейтинг, поэтому в этой серии роликов я предлагаю отслеживать мой прогресс и посмотрим, как далеко я смогу продвинуться. Погнали. Че, мне пойти салат поесть, пока мы игру ищем час? Да, я вернулся на мейн, но из-за отсутствия регулярных игр все это время, там сейчас очень мало рейтинга. Где-то 6500 ММР, примерно так. Поэтому первые игры будут до безобразия простые. Вот она, вот и сейчас будет бан Мипа. Нет, не будет. Ну... Я же не поставил, да, в баны Мипа сейчас. Ну да. Ты что, дурак совсем? Прикинь, у меня вот просто все это время в банах Мипа поставил, мы уже пятую регаем. Прикинь? Ну, он забанен, но молодец. Короче, давай... я пикаю Террорблейда, покупаю рулет до года. Нет, давай пометь, Денис, давай пометь, я тебя прошу, ну сделай, чтобы мы быстро выиграли, и все. Ты чё? Так ТСФ-то мочканёт, у него гильдия гуль. Баны мипаря — это как бы то, с чем мне приходится регулярно сталкиваться, при том, что герой почему-то, ну, он не метовый, я не знаю, просто его банит каждый второй, но именно из-за этого я ввел Лондруида себе в пул, причем на постоянной основе. Знаешь, как я представляю, короче, у себя в голове уже визуализирую, что будет. Медики, знаешь? Давай, пара сейчас просто влетела, сэп хуякс. Ну да, это был класс. Алло! Я аккаунт купил сейчас в руине катку. Ты можешь, пожалуйста, ну я же пытаюсь. Да, я прикалываюсь. Все нормально, не успокойся. Мы еще на ПТС играем. О, у меня мид на никого, мы выиграли. Где чел? Сейчас замучу этого мипаря. У меня кули в миде. Я не могу. Смешная, да, хуйня была? Не дает, прикинь. Гордон же отдать. Ну что ты делаешь, Топелли? Боже мой. Это просто же сверху скилл. Столько раз миснул, это можно умереть вообще. Смотри, я крипов из-под вышки агрю, короче, гайд. Видели, что у меня мипарь в миде делает? Ребят, вообще хорош. Мипа с баном уберите, а next регни нормально. Ну да, в next игре мипарь мне все-таки достался. А вот те же челы, кстати. О, в бане, да? Я удваю его. Я удваю его катку. Нормальный у меня винрейт. А я не увидел. Как вам мой винрейт? 90% что-то там не увидел за 20 матчей. Реально? Я временно. А че Primal без ТФК? Primal. Ты мой винрейт видел в начале, да, игры? Так что ты меня слушаешь, по-моему, команду. Как мутки, да, ты, ну, реально не разбираешься? Понятно, у нас Акбайер. Все, Денис, ты можешь вот эту ахинею, которую мне потом вырезать, не нести здесь просто? Можешь по игре разговаривать? Да, да, строго по игре играем. Сразу говорю, заранее, короче, кол, шаман лучше не слушать. Шаману просто говоришь, он делает, но его не слушаем. Мы без там нормально стоим, как репорт убивает. Без кого-то игру недавно скачал. Два аккаунта купил у него. Курьера ему еще убили. Все у него не получается просто. Йотин, да, нормальный мид против Эмбера? Да. У Эмбера есть прикол, что у него маны не хватает. У него очень много кнопок. Вот это то, что я понял. Что у него, в принципе, кнопок, ну, огромное количество. То есть он, в принципе, может там, я не знаю, нажать второй, нажать третий, нажать первый. Но при этом маны маловато у героя. Что ты сделал? Что это было опять? Я могу объяснить. Не надо. Это психология. Я у Венги выиграл стан. Ты факаешь, что дерьмо? Только по чесноку. Это было даже не тяжело. О, хорош. Это было настолько... настолько скучно, что я даже не знаю. Это надо вырезать из ролика. У меня нет ТП. Что, у него нет связки или что? Аккуратней. У него нет связки на Эмбере, я против кого играю? Ой, ну давай, возьми все руны, да. Ой, они станы не застакали. А против кого я играю? Что это за свин? Почему не взял первый спал? У Эмбера все... уровень, как у него все пьёво, это вообще не описать. То есть там, в принципе, пиздец. Это Эмбер, он камбэк наберет. Можешь, если ты на базе, можешь купить вардик? Руна. Не-не, его лес можешь завардить? Вот просто сходить в его лес и там вардик поставить. Очень было бы полезно. У нас нет сорта варда. О, я могу подойти. Я молнул с одним клоном, Саш.
Плохо, он умрет. Он умрет, брат, он умрет, не переживай. Венга бежит. Где? Пингани. Но вещи на карте нет, наверное, так бежит. Не, я просто думал, ты с мобхаком. Он в топе на имбирь. Да, я вижу, я могу скролл нажать сейчас. Он без ремнанта. Что он? Я со скролл. А у меня нет. Давай. Сейчас у меня клона нет, короче, пару сек. Лага пытается камбэкнуть на гангах. Го за Аксом. Да, я ему собью так. Давай, он так бежит. А он так бежит. Бля, у него... Ну, я не знаю, чем тебе. Он еще с фейзами тут вообще его не догадывает. Забей, я хуй. Я просто хит. Да. Так, я пошел, юки-поки. Братуля. Ну, я не попал. Ну, ладно. Да похуй, Эмбер умер, пятый уровень, на десятый. Ну там вообще, типа, ну... Я сейчас шестой получу, дам вам урон. Давай. Там ты один есть, смотри, там прилететь могут тебя отъебашить. Не-не-не, меня нет, меня не могут. Тут вообще, они настолько не могут это обосраться. Там неправильно отъебать. Смотри, я ультану. Цепаните кого-то, пацаны, видите, я у него 3 секунды набрали, бля. Видите, я нищий ЛС, цепаните кого-то. Смотри, я попробую стрельнуть. Давай. Побеги мне, чтобы он убегал. Давай. Просто боюсь, меня Акс так-то разъебет. Акс в контроле. Чё от него тоже? Я? А не стоит. Прайм он не утонул. Акс. Мидер Кеус. Угу. Можно спокануться с него побежать. У тебя хватит урона на него? Мне кажется, хватит. Чё, не, хватит, если... Конечно, хватит. Вообще, его там... Он так разотрётся, ты чё? У него мне просто ещё... 2000 урона. У меня вот эта хуйня даёт скорость атаки и... Короче, я продлю стрелу, и у меня 4 стрелы. Да, он не пойдёт сюда, он в треугольник пошёл. Можем просто этот... попробовать в треугольник. А в треугольнике все сейчас выяснится. Не-не-не. Может, давай, я поднимаюсь. Не разревили уже, но... Ну где вкусный? Значит, я его убью. Ну я тоже хочу получаться. Давай, так и кинь. Тут 5 их будет. Ну я помогу. Бля, проблема в том, что я успал свапнуть. И я сдохну. Успеет Сайленс? Вроде Сайленс получишь. Сейчас не бей. Бару. Я умер. ТБС, ПВС. А у него маны нет, у него есть мана. Сука, у меня просто... Да, мы всех отхуярили, меня не пробили. Как хорошо Сайленс прокнул, это просто ужас. Да. Вот тут Кеос, у меня еще смок есть. Можем вот так вот побежать по большой дуге, хочешь? Баунчи берешь? Ой, смоканул, будешь, нет? Давай. Чай, сэлс, чекну. Чего ВГ поиграть? Пойдешь первый? Давай. Лёрчит. Лёрчит здесь купить. Лёрчит так-то здесь неплохо. Вот вряд ли кто-то поможет. Почему? А, обосраться. Ну, не, всё, давай бэк. Или чё? Ультану, давай. Конечно, у него всё едет. Прикинь, убежал просто. Да, но у него, потому что... Я, во-первых, боялся сдохнуть, если честно, потому что у меня один клон был раздамажен, а во-вторых... Ну это рандом, что он тут оказался, пока. Там ребята берутся. Покачайся. Так и тут еще стакну. Чё б такого здесь купить? Сатаник? Она, это не особо проблема. Меня больше бару смущает Венг. Меня Чаус, если честно, смущает. Но я, в принципе, могу... Я могу БФ купить, он охуеет на самом деле, но... Ой, заебись. Миш. Ну это, да, мем. А я бы дальше прыгнул. Я сейчас прыгну.
МБС. Хорошо, да? Кто-то, смотрите. Ну нет, нет ТП. Я нажал. Так-то больно. Попробую. Да. У него сейчас что-то... Больно. Ты пиздец, походу. Не-не-не, он меня сменил. А что, не можем? Так, погоди, он меня пробивает. Я его нет. Мне нужно что-то. Но ВГ неплох тем, что я апну его в Кримсон. Когда соберусь в Мегамипа, нажму эту хуйню. Там такой щит дается, что просто пиздец. Типа там, ну, там бешеный щит. То есть там, в принципе... Но у меня урона нету. Просто, да, их аннигилировать. Ты сдох. Охуеть. Дай мне второй, дай мне второй. Ладно. Акса за ТП, есть ТП? Не, у меня нет, у меня нету. Летит ТП. Прилетело. Я вот сюда ТП. Да. Так, я его найду сейчас. Он, блин, меня захочет убить просто. Я буду убегать. Ой, бля, у меня... Ну, я его нашел, но он тэпался, да. А он блинкался, вроде, плюс? Да, он вот сюда блинкался, в эту сторону. Вот он, вот тут. Я вижу. Нормалин. Да не, надо дайдау сделать, короче. Тут уже у меня сейчас просто статов будет много, и я... Я тебе Владимирку сейчас еще куплю, ты неубиваемый. Давай. Ну, на дороже еще будет захуй. Ну, сейчас можно был. А че никто не берет? Ну, мне не нужно, мне не нужно, мне не нужно. На слайме запущен. Го по боту быстрее. Угу. На турментора. Да, боб. Вот так может. Так, ну я и у Макса оставляю, в принципе, все. Угу. Вас ее не убьют никак-то. Мне скорости атаки не хватает. Тут какие-то барабаны бы ебать. Я не знаю, просто. Ну, я Владимир. Я бы вообще залетел, если честно, потому что что-то... Давай, у нас шаман, рата. Они, видимо, в смоках, я никого вообще не вижу. Нет, его на низ. Может, они не торопятся. Плохо убьешь. Жив. Интересно она сделала. Угу. Ну они все сдохли, я не знаю. Далеко вроде бежит. Да пи***, мне клона выкинуло на ХГ, да иди. На бейсе просто поймал этот. Кураж. А это настоящий? Да. Я ультану. У него КД арчит еще вроде как. Я не мог понять, кто из них настоящий. Поднимешь, если? Можно вообще залететь жестко. Но... Венгу, смотри, вот здесь. Давай. Рейси, так, я думал, меня там это... Додик. Брат, там свап. Не-не-нет, а. Или это. Хорош. Видишь? Да. Надо визом рун, ребят, 30 секунд не спидить. Че я хочу рошу очень сильно. Вот здесь акс. На иншах, вот тут акс. Быстрее, ребята, бегите туда. С номерами же отец играет вообще. Я не могу подойти, мне не дают. Два здесь, Миш, надо это два. Я понимаю, Владимир, я хочу. Владимир. Мне не дают бить. Владимир. Дайте, пожалуйста, бить. Сультай? Он с огоним, в смысле? Да, но я пока не хочу. Я хуй стрелу попал.
Мне барабаны 17 будешь бить. Да, мне нужно очень сильно. И нужен Аегис просто next. Это будет, ну. Это будет хорошо. Блин, есть Маншард еще, мне кажется, Маншард тоже имба. Испарился. Окей. Это явно с прошлой катки. Смотри. Ну ладно, ему, блядь, засейвит хуйня. Хотя... Не знаю, я не очень хочу на ХГ без Аегиса, если честно, но ладно. Да норм, норм, Макс 2 поедет. Ща, да-да-да. Я не могу. Давай, братан. Ой, блядь, у меня этот... У меня не засейви, да? Ну это морщит на основного, давай я не смог за хуй за это. А вас подбили? Не, цепани реально, я тебе говорю. Ага, без ремна. Бара бежит? Можем их отъебашить? Конечно, можем. Чего? Кого, блядь? А, у меня... Я двоёб, я не переложил хуйню. Ебать, под тобой дэмэдж, вообще ужас. Ага. Я Эмбера почти убил, сол. Сколько там дополнительного? Акс без БКБ его юльну, может быть. А пусть он... Нет, не, можешь не юльнить, можешь не юльнить. Пусть ну, он окей, попробует. Окей. Мне интересно, что будет. Просто ради эксперимента. Вот, ну да. Не юль. Чё, на рошу? Скромные варды поставил, ты там рядом. Ух, а у меня нету клончик. Я вот ту въебал просто, да, зря? Я съебался, да всё, горош. Давай. Бля, чё опять бара против нас? Ты ебал этот герой меня? Угу. Не посплитить, не подпушить, лайны просто. Дай там еще выход. Так и не устрел ещё, ладно, такой просто набор назвал. У Гоэмбера подстапить. Позже он нас видит. Стоп. Бля, наверное, вот так даже сделаю. Ну вот, да, 40. Можем ульту подождать и ХГ пойти. Ну, можем так. Но вообще, с Аегисом как будто хочется попиздиться, я просто подождал. Хочется просто их мапу захватить, там тройку. ХГ только суптовый. Ну, БС что-то не бежит, я не знаю. Решил что-то дофармить или что? ДС. А, у меня, блядь. А у меня перезагрузился. Окей. Вот такая фулкаточка у нас получилась. Ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии, если вы смотрите фулкатки и любите такой формат. Вот. Ну и до новых встреч. Пока.